Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг вот этой самой топовой акции «Добыча пирата», где мы будем доставать все подряд, будем ролить миллион, но не просто ролить его за один раз, будет, думаю, 4-5 роликов, если у меня хватит места для значков почета, в чем я очень сомневаюсь, и каждый ролик будет иметь свой розыгрыш, об этом вы, в принципе, узнаете попозже. Сейчас мы проролим 200 тысяч и потом я расскажу, какие будут условия конкурса. Так, ну что, смотрим, что у меня там по значкам почета. Так, ну сомнительно, очень сомнительно, но попробуем. Так, поехали. 4 450 000 до 250 000 сливаем. Заодно посмотрим, какой шанс. Так, что тут у нас? Ничего особенного. 500 кулаков. Я эту акцию играю чисто ради того, чтобы кулаки нафармить. Так, сундучки. Вот до сих пор они так и не сделали. Надеюсь, в доме уже они допилят, чтобы все это падало нам сразу же в инвентарь. Так, ну давай третью карту. Только первая. Третья не будет. Еще одна. Ну, в принципе, вот эти сундуки, которые падают, тоже неплохо. С них мы достанем где-то так свыше 20 коробок. Можно будет еще порулить талантики. Так, что у нас во втором заходе? 1500 кулаков, 3 сундучка. Шансы, конечно, здесь на третью карту вообще такие мелипиздрические, я бы сказал, что просто ну, нереально. С 1 миллиона мы там достали где-то около 15 карт. 15 или 16. Как видите, падают. Отсюда что-то падает, один хлам уже. Эти даже кулаки толком не падают. Все, похерили акцию. 1К кулаков. Вот самая топовая акция со всего, что есть. На трату самоцветов, да даже и так. Под нее задонатить ради плюшек, которые здесь падают. 1К кулаков за 1200 самоцветов. Ну это жесть просто. Еще 1К кулаков. Так, окей, поехали дальше. Да даже по 500 кулаков за 1200 самоцветов, это очень круто. Так, 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 так. Давай, 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 третью карту надо. Сколько мы там уже проролили? Только 25 тысяч проролили. Жесть. Чувствую, мы не только сейчас по значкам почета впремся в потолок, а по другим итамам. Хотя самое проблемное, наверное, это значки почета. Их просто некуда слить. Либо вариант перекачивать все время героя, либо каждые сутки сливать. Но так как акция у нас не каждые сутки, то все очень печально. Точнее, не пару суток, а только сутки. Я 4 дня сливал все. И то толком не слил. Так, ну где кулаки? Где кулаки? Что-то вообще печально. Третьих карт даже нету. И сундуки как-то падают не очень.
вообще 5К кулаков. Ой, говорю 5К. Не 5К. Так, ну давай, давай, давай. Ну, 1500 кулаков. Там уже хоть что-то. Так, забрать. Поехали. Нету третьей карты. Чувствую, мы скоро и по осколкам сундуков упремся. Так, три штуки, три карты, блин, а третьей таки нет. Уже 50. 50к слили. И ни одной третьей карты, ужас просто. Конечно, всякого. 659 карт уже у нас. Да, что-то кулаки, я вам скажу, здесь так не падают. Сейчас, конечно, посмотрим, сколько у нас их получится. Но я смотрю, смотрите, 4 раза кликнули и кулаки не упали. Вот только 500 кулаков. Они хотят сказать, что я не соберу 1 000 000 кулаков у себя на аккаунте. Сейчас проролим 100 тысяч, посмотрим, что у нас приблизительно упало вообще. Так. Блин, вот неудобно. Это харит. Зато рупора у нас будет. Сможем в чате балаболить. Так. Поехали дальше. Кулаков нет. 500. Да и сундуки особо так не падают. С которых топ-плюшки можно вытащить. Ну, сундуков больше всего, наверное, ценные это коробки. Коробки там некоторые руны. Сейчас мы посмотрим на них. Еще немножко. Так. Но как-то по ощущениям все-таки что-то не так. Как-то, не знаю, или это так просто кажется, но... Награды реально не так падают, как там. Смотрите, у нас ни одной даже карты нету. Третий. Падает дохренище всего. Третьей карты просто нет. Странно очень. За 100к как минимум одна должна упасть. Типа самая имбовая крутая карта, что ли? Так, ну давай, 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 рандом. Делай подгон. Две карты таких упало. Ну, хоть кулачков наберемся. Хоть это радует. Так, еще сейчас один заходик, и в принципе можно будет посмотреть, что у нас вообще поменялось, сколько мы там кулачков выбили, сундучков. Остальные ресы я что-то не посмотрел. Уже в следующих 200 более подробно сделаем, посмотрим. Так, нету, просто тупо разводняк с третьей картой.
Окей. Получить. Так, смотрим, за 100 кача у нас получилось 23 тысячи кулаков. Ну, такое себе. Не очень. 16 тысяч, 17 почти. Так, что тут еще такого интересного? 40 карт. Этих было где-то 80 штук, 50 где-то таких карт мы достали. Карт героев даже не знаю. 15 сундучков. За 100к. 17 таких сундуков. Эти расходники не смотрел. Где-то 300 мешков осколков таких. Таких не помню, по-моему, 3000 было. Но эти хорошо, осколки падают. И этих немножко. Поехали дальше. Так, 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 перейти. Интересно, будет ли у нас вообще третья карта сегодня? Судя по прогнозу, ни хрена не будет. Как-то вообще печалька. Так, сундучок есть, кулаки есть. Получить. Я понимаю, если бы там донатные герои падали. А так там не донатные герои падают. Почему, блин, она так редко падает? Там тем более шанс такой, что там больше вариант, по-моему, заклинательницу, либо кто там, седна, я не помню уже, выбить, чем кого-то топового хорошего героя. Так, есть. Полторы тысячи. Ваш почтовый ящик не может. А мы можем. Так, есть. Поехали. Еще немножко, еще чуть-чуть. Интересно, где третья карта? Камней там немерено сейчас будет уже. Зеленых. Они и так уже никому не нужны, в принципе. Точнее, мне не нужны уже давно. Часто тем более. Возможно, они опять что-то ведут. Так. Забрать. Окей. 3к кулаков за этот раз. Неплохо. Это получше, чем предыдущие. Так. Ну, больше всего вот эти вот значки почета. Блин, третья карта просто не падает. Ее просто нет. Это жесть какая-то. 150к. И карты просто нет. Вот это рандом подкрутили. Полторы штуки кулаков. Это хорошо. Жесть просто. Как хочется уже затариться до конца кулаками и не париться. Ждать, когда введут там 20-е, 30-е талант. Вот она, наконец-то, бля. Почти 150. И одна карта упала. Это жесть просто. Так, тут что-то тоже дохренище нападало. Но ничего толкового. Так, окей. Тут.
Ну, больше всего радует. Это один как у лаков, там полтора как у лаков даже бывает проскакивает за 10 сундучков. Все остальное как бы уже копится на склад на будущее для правнуков. Так, есть. Блин, как долго это все, это жесть. Хочется так, чтобы жмак, 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 и оно все просто копится у вас, а нифига. Так, еще один заходик, наверное. Да. Да, за 100. За 150 одна карта, это, конечно, мега круто. Так, кулачки. Полторы тысячи кулаков. Еще 40 тысяч осталось на первом этапе. Я в шоке, блядь, одна карта с двухсотки. Себе два сундука дала за раз, круто. Так, события, перейти. 25к у нас осталось. Вообще без кулаков. Десяточка. Вот если бы здесь падали вторые сундуки с грубой силой, хотя в принципе тут первые эти падают, с них можно коробок нормально натащить, опять же, если не порезали рандом. На карту по сути уже порезали, ее хрен так достанешь, как раньше. Так, еще два заходика. Так, и ласт заход. Да. Интересно, 1050 будет или нет? В принципе, там кулаки и сундуков еще там 1010 можно будет на гребте. Но это не точно. Так, есть. Ну вот, все, мы доролили первых 200к. Ту-ту-ту-ту-ту. Обратно сюда тянет. Смотрим. 54 тысячи кулаков. 40 тысяч почти кристаллов. Вот тут рун, я не знаю сколько это. Точнее, не рун, слизней.
Вот эти копятся, как видите, их приходится вот так вот продавать на золото. Так, по камням уже 3600. Она тоже уже на пару лет. Карт 80 штук. Так, тут ничего. Вот этих штук 100. Обычных карт уже этих 700. Вот этих под 200. Только эти отсюда, по-моему, не падают. Падают вот эти вот обычные. Там еще одна карта, 27 сундуков. И вот этих уже 221. Так, 25 сумочек. 3200, 1900. Вот уже 5600. Где-то 600 таких сундучков словили. Этих, не знаю, не помню сколько. Ну, в принципе, тоже неплохо. Все, условия акции какие? Пишите полностью, как обычно, в акции с Некросом, полностью свои данные, там, как с вами связаться, ставите лайк, подписка на канал обязательная и репостик данного видео в соцсеть. И в конце недели, на выходных, мы разыграем пак самоцветов, первый. То есть там, возможно, будет какие-то руны, не знаю, посмотрим, что там будет. У нас обычно по выходных базар. Разыграем пак самоцветов на нем. А там уже плюшки какие будут, будем решать. То есть все, что вам надо сделать, сделать репостик, подписаться, написать коммент, как с вами связаться, поставить лайк. И также участвуйте в акции с Некросом, которая тоже проходит, где вы можете получить Некроса, Вольта и кучу всякой другой хрени на свой бездонатный аккаунт. Все, всем пока, всем удачи.